В игре принимали участие команды 9, 10 и 11 классов. Проходила игра в два раунда, в каждом по 10 вопросов. Вопросы на этой игре очень разнообразные, тематика тоже разная. Есть немножко как раз-таки вопросы с юмором, и дети над этим почему-то ломают голову, видимо. А такие легкие вопросы им удаются более сложнее, а посложнее вопросы, конечно, им легче. За право называться самой эрудированной командой в школе шла отчаянная борьба. В процессе обсуждений ребята с трудом сдерживали эмоции. Мы участвуем в таких играх, стараемся, по крайней мере, частенько играть. Состав каждый раз меняется, но мне лично нравится такой состав. Ребята веселые все, мы думаем очень четко, стараемся, все. Работа у нас слаженная, дружная, все советуемся друг с другом, все очень нравится. По итогам жюри обозначило победителей. Первое место у команды 11 Б-класса. Второе место разделили команды 9 Б и 10 А-классов. Команды за участие в игре «Что, где, когда» были отмечены дипломами, кубками и почетными грамотами.